Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на передаче Клягимао Тифау «Стена плача», студия «Курган». Тема дня. Конгрессмен США критикует пропаганду против Путина. На заседании парламентской комиссии по внешней политике конгрессмен Алан Грейсон высказался против всемирно распространенного мнения о том, что присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Цитирую. «Российская Федерация помогла жителям полуострова в плане того, что не допустила вмешательства украинских военных в процесс проведения референдума. Почему же в этом случае мы говорим об открытой агрессии, аннексии Крыма или о деспотичном медведе Путине, или о новой холодной войне?» – продолжает Грейсон. «Мы должны с удовлетворением воспринять то, что где-то в мире процесс самоопределения 2 миллионов человек и передачи власти прошел без кровопролития. И в этом и заключается базовое право на самоопределение. Именно это и произошло в Крыму. И в любом случае не нам это решать», — сказал Алан Грейсон. Если вас заинтересовала данная информация, мы ждем вас в следующем выпуске. До свидания. До новых встреч.